обтекание дружки. Передача какая? Полуэктов успевает сместиться, закрыть ближний угол. Умар! Хартикайнер, там и права оказались, Саша. Передача на пятачок. Быков! Алекс Апрыкин там же играл. И прав оказался Игорь Захаркин, который сделал эти перестановки, и они стали результативными. Да, обрати внимание, что это за смена. Понимаешь, не Майоров, а Хартикайнер. И вторую смену подряд они выходят. Сапрыкин. Первая заброшенная шайба за Салават Юлаев. В 11-й встрече она состоялась. Мы говорим, что без очков он был. Мы сегодня нацелены на ворота. Несколько передач могли стать результативными. Отмечали в ходе репортажа. И как он ее выцепил себе? Приготовил под бросок. Ну и Хартиканин доставил шайбу на пятак. Но здесь в сложной ситуации был. И на самом платке дал, обыграл. Выпустил под коньки. Очень быстрая, короткая работа руками. Но Сапрыкин, я бы еще хотел отмотать назад. Именно Сапрыкин перехватил шайбу в средней зоне. Именно Сапрыкин в этой смене. Именно Сапрыкин привез шайбу в зону атаки.